Всем привет, друзья мои! Я вас рада видеть на моей кухне. И сегодня я с вами поделюсь очень простым и легким рецептом приготовления цветной капусты. Цветная капуста – это огромная кладезь витаминов. И сегодня мы с вами будем очень быстро готовить капусту на сковороде с яйцом под сыром. Итак, капусту я уже предварительно помыла. И теперь я буду ее разделять на соцветия. Мне будет необходимо ее отварить. Вот таким образом я ее делю на соцветия. Я уже приготовила ковшик и буду сейчас складывать капусту в ковш. Все, вот это все мне не надо. Так, вот так, все очень быстро делается. Для нашего блюда я взяла одну цветную капусту, 2 яйца, сыра 100 грамм, сливочного масла где-то 50 грамм. Капуста получается невероятно вкусная. На сливочном масле приготовленная. Ну и по вашему желанию какие-то специи. Я сегодня взяла перец черный и смесь мексиканских перцев. Так, все. У меня готово. И теперь я ставлю мою цветную капусту, наливаю воду и на огонь ставлю. Буду варить до готовности. Вода закипает, и ее нужно обязательно посолить, чтобы у нас цветная капуста была в меру соленая. Теперь доводим нашу капусту до закипания, и после закипания ее провариваем буквально 5 минут, и капуста будет готова. Пока варится капуста, я приготовлю яичную смесь. Яйца я предварительно помыла. Их всегда надо мыть перед тем, как готовить, потому что здесь есть очень много микробов. Предварительно помытые яйца я погружаю их в пиалку. Солю. И взбиваю вилочкой. До маленьких пузыречков, для того, чтобы у нас белок и желток объединились. Так, ну вот, яичная смесь у нас и готова. И теперь готовим сыр. Сыр необходимо натереть вот на такой терочке. На крупной терочке можно натереть. Ну все, капуста моя проварилась уже. И теперь я сюда приготовила кастрюлю и друшлаг. И теперь все сливаю аккуратненько. Для того, чтобы всю влагу убрать. Жидкость нам не нужна. И все, и капусту мы будем сейчас выкладывать на сковородку, на сливочное масло. А вот теперь на раскаленную сковородку я выкладываю сливочное масло. Самая вкусная цветная капуста получается именно на сливочном масле. Вкус такой получается очень насыщенный. Можно, конечно, и на растительном масле готовить, но вот поверьте мне, на сливочном масле самая вкусная цветная капуста получается. Так, все, масло у нас растаяло. И теперь я выкладываю цветную капусту. Крышкой я не накрываю, пусть поджаривается, влага вся убирается. Я люблю, когда капуста у меня румяная получается. Ну вот, капустка уже приготовилась, поджарилась.
Теперь я выливаю сюда яичную смесь. И сразу же начинаю мешать, для того, чтобы у меня яйцо не превратилось в омлет. Еще у меня сегодня будет на обед. Вот яйцо уже и почти готово. И вот теперь самое время присыпать сверху сыром. Сырок сейчас будет плавиться. Отлично. Все готово. И сверху я еще люблю зеленью присыпать. Любой. У меня сегодня укроп и петрушка. Теперь можно сверху присыпать своими любимыми специями. Я беру сегодня вот такой черный перчик. Присыпаю. И смесью мексиканской. Тут чего только нету. Тут и горчичка, и перец чили, и, в общем, целый букет приправ. Посыпаю сверху. Вот. Отлично. И сейчас буквально на пару минут можно прикрыть крышечкой для того, чтобы сырок расплавился. Ну вот, друзья мои, посмотрите. Просто, быстро, сытно и вкусно. Мы приготовили с вами обед. За какие-то считанные минуты вот такая вот вкуснятина у нас с вами готова. Если вам понравился мой рецепт, не забывайте ставить лайк. И приятного аппетита! Жду вас в следующих видео. Всего вам самого-самого доброго.